Республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства проходит в нашей стране уже в 11-й раз. За это время в нем приняли участие сотни представителей департамента охраны из разных уголков Синеокой. В этом году турнир принимает славный героический Брест. В течение 5 дней команды из всех областей республики и города Минска будут бороться за почетное звание «Лучшее». Это 11-й конкурс профессионального мастерства сотрудников департамента охраны. Сюда приехали представители всех областных, Минского городского управления. Проводится этот конкурс с целью развития профессиональных качеств сотрудников, стимулирования их деятельности, отбора профессиональных кадров, а также для физической, огневой и специальной подготовки наших сотрудников. Второй день соревнований обещал быть насыщенным и зрелищным. Сегодня по программе «Навыки владения оружием». Представители департамента охраны показали блестящие результаты по стрельбе из табельного оружия, а также умение сборки и разборки знаменитого пистолета Макарова. Участники смотра конкурса долго и усердно готовились к соревнованиям, поэтому рассчитывают только на победу. Участвую где-то уже раз в 8-й. Хочу сказать, что уровень растет из года в год, и надо готовиться не за месяц и даже не за 3. Где-то надо начинать уже сначала, задолго надо тренироваться. Впереди еще несколько дней соревнований. Организаторы подготовили большую спортивную программу, итоги которой помогут определить лидеров как в личном, так и в командном зачетах. И пусть победит сильнейший.